Так, всем привет, это обновленная версия Assassin's Creed Remastered. Можно будет найти, пройти прохождение, посмотреть, как все устроено. Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала. С похищения Дезмонда Майлса, моего сына. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индастрис. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении, правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю, до его создания. Победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет. У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть.
в этот день. Они направляли нас своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации, голоса предтеч, расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели, а с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место, а с ним знание Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя — Дезмонд Майлз. И он привел нас к концу. Мы здесь. Идем. Когда-то людей, говорящих о конце света, сажали в психушку или высмеивали. Или все сразу. Их никто не принимал всерьез. А может, стоило. Но я забегаю вперед. Лучше я начну сначала. С похищения Дезмонда Майлза, моего сына. У него не было ни амбиций, ни планов на будущее. Зато было наследие, которое он отверг. И чуть не поплатился жизнью. Его посадили под замок. Они думали, он сможет найти для них одну вещь. Яблоко. Один из артефактов, что мы звали частицами Эдема. Остатки древних технологий, разбросанных по земле. Тайные, явные, всегда опасные. Большую часть собрали те, кто похитил Дезмонда. Для всего мира Абстерго Индастрис. Для нас тамплиеры. Вечные враги. Мы сражаемся тысячи лет. Дольше, если рассказы об их происхождении – правда. Да, так и есть. Я видел все сам. В этом прелесть и ужас Анимуса. Это устройство позволяет нам переживать судьбы наших предков. В его силах изменить все. Показать историю, подлинную историю, до его создания. Победителю досталось главное – правда. Но мы это исправим. Освободим тела и души. Но в наших силах немногое. Тамплиеры держат верх в наши дни. Но близится нечто большее, чем ассасины и тамплиеры. Больше всех нас. Если мы не сможем остановить его, этот месяц станет последним. Последним для всех. В конечном счете все сводится к нему. К Дезмонду. Анимус открыл ему его наследие. Дезмонд увидел, как жили его предки, открыл их секреты. Он тренировался. Каждый предок в считанные дни передавал ему опыт, копившийся много лет.
У нас вышло. Вероятно. Надеемся. Скоро мы будем знать. Зловещая дата близится. 21 декабря 2012-го. Никто не знает, что она принесет. Лишь то, где нам надлежит быть. В этот день. Они направляли нас своим извращенным способом. Голоса первой цивилизации. Голоса предтеч. Расы предтеч, чья сила безмерна, а цели неизвестны. Это они создали частицы Эдема. Вот куда его привели. А с ним и нас. Он стоит у входа в давно покинутое место. А с ним знание Альтаира и способности Эцио. В его руке яблоко Эдема. А мы стоим рядом, готовые помочь, если сможем. Его имя — Дезмонд Майлз. И он привел нас к концу. Мы здесь. Идем. Так, хорошее начало. Веселенько игры, пошли. Значит, это Assassin's Creed, как я уже говорил, ремастерит, улучшенная версия, тени, графика. Я перед этим начинал как бы проходить, но графика же лучшего, а так как сейчас доступны ультра-вайд мониторы, карты, видеокарты, я имею в виду третьего суперпоколения, то играть, конечно, очень интересно и заманчиво. Тем более, вся серия игр Ассасинов всегда очень хорошо сама по себе. Вся серия, я не говорю, что именно Assassin's Creed 3 будет. Интересно посмотреть ту историю, которая была уже написана когда-то в этой игре. Ну, в приятной графике смотреть еще лучше, конечно. Даже приятно, поэтому... В тот же миг Алиса юркнула за ним следом, не думая о том, как же она будет выбираться обратно. Так, двигаемся дальше по направлению. Думаю, мы здесь.
нужно найти ключ. Сын? Сэр? Ну вот опять. Дезмонд? Слышишь нас? Ага. Что случилось? Храм снова вызвал просачивание. У тебя случилось что-то вроде припадка. И ты засунул меня в анимус вместо того, чтобы, не знаю, проверить, все ли в порядке? Никакой опасности не было. К тому же храм, похоже, говорил с тобой. Я не хотел рисковать и разрывать вашу связь, пока мы не узнаем, чего он хочет. Ага, конечно. Сынок. Ничего, понимаю. И я знаю, что ищу. Кстати, это ключ. Правда, где он, я не знаю. Может, затем она меня и просочила. Она? Юнона. Она говорит со мной. Хорошо, Дезмонд. Пока ты был в Константинополе, мы обновили прошивку анимуса. Я проведу пару тестов, проверю, нет ли серьезных ошибок. Ладно. Что надо делать? Начнем с простого. Дойди до маркера. Неплохо. Теперь потренируемся лазать. Пробегись через полосу препятствий. Это условие. Дополнительные задания ускоряют синхронизацию. Ладно, Дезмонд. Следуй инструкциям и убей двух тамплиеров. Нужно перепрыгнуть на ту сторону. Так, здесь нужно как-то прыгнуть сейчас. Я так понимаю, нужно. Так. Это я не понял. Какой-то должен быть здесь момент. Знать бы только какой. А, я понял. Вот он, видимо, завел ее. Так, ладно. Сейчас я его верну обратно. Thank you.
локации в нуле. Можно простроить мир. Пора понять, чего хочет храм. Сэр? Сэр? Все в порядке, сэр? Да, да. Просто задумался, вот и все. Не забудьте приглашение. Мастер Бёрч ждет вас внутри. Благодарю. Где вас забрать, когда вы закончите? Перед театром. И не тяните. Я не собираюсь ждать. Я мигом приеду. Приглашение, сэр. Взять у вас плащ, сэр. Дамы и господа! Так, быстрый шаг. Обязаны занять свои места. Добрый вечер, сэр. Сюда, пожалуйста. Извините. Здравствуйте, Хайтем. Реджинальд. Скажу вам без утайки, я безумно рад, что они возобновили эту постановку. Вы ее слышали раньше? Да, еще мальчиком я был здесь с отцом. Но мало что помню. Вряд ли я смогу позволить себе роскошь насладиться музыкой сегодня. Да, полагаю, что так. Значит, к делу. Вы его видите? Он устроился в одной из лож выше. На лестницах стража. Придется найти другой путь. Я уже нашел. Sir, Black Maul, that set word of trial, comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. Прошу прощения. Простите. Извините. Homcake, sir, is found guilty. My lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may mention a book. Poor Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from transportation. Or I can get more by her staying in England. Betty hath brought more goods into our loftier than any five of the gang. And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her off, she may, in the common course of business, live her 12 months longer. I love to let women stay. A good sportsman always lets the end bargain his fly, because the breed of the game depends on it. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman, because to her I was obliged for my education. And to say a bold word, she hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thy observation is right. We and the surgeons are more beholden to women than all the professions besides. Sir, Black Maul, that set word of trial, comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, you may satisfy her that I'll soften the evidence. Tom Gage, sir, is found guilty. A lazy dog! Tis warm and that's a new. Oh, mankind, I pray.
жилки трясутся. А ты хлебни для храбрости, да и все. Джереми сегодня просто в ударе. Он чудо. When a gentleman is long kept in suspense, penitence my brightest spirit. Хейтем, лучше бы вы пришли ко мне, мы бы нашли другой способ. Да, но тогда бы вы знали. Признаюсь, мне очень жаль. И мне. На том балконе! Скорее! Спокойно! Вот он! Вот убийца! Вот он! Хватай его! Человека убили где-то на верхних балконах! Я тут ни при чем! Клянусь! Обыщите его! Ничего нет. Нужно искать дальше. Он точно где-то здесь. Так. Альтернативы нет. Видимо, идешь так, как только надо было пройти. Так. Такой себе незамеченный получился. Ну, проходи, давай. Так. Переберитесь через сцену. Я думаю, что сейчас он быстро... Так. Спокойно, опасности нет. Прочь! Верный житель, прочь. Так, куда? Куда вы идете? Быстрый шаг, это когда пробил, чтобы он... Вышел отсюда. Сейчас он выходит и все. На улице. Мне плохо. Мне нужно бежать. Наконец-то вышел. Вот тебе карета. И как вам опера, сэр? Довольно скучно. Тогда поедем? Да. На Флит энд Брайт. Как прикажете. Потрясающе. Господа, у меня в руке ключ. И если верить этой книге, он откроет нам доступ к хранилищу тех, кто пришел раньше. Понятно. Тех, кто правил, а затем исчез без следа. Знаем ли мы, что скрыто внутри? Возможно, знание, или оружие, или нечто новое, неведомо для чего предназначенное. Что угодно из этого, или ничего. Эти предтечи по-прежнему загадка. Но я уверен, что бы ни скрывали эти двери, оно пойдет во благо нам всем.
Или нашим врагам. Успею они раньше. Вряд ли. Благодаря вам. Вы знаете, где это хранилище? А, мистер Гаррисон. Здравствуйте. Точны ли ваши расчеты? Полагаю, нужное нам место в этой области. Она довольно велика. Прошу прощения, если б я мог рассчитать точнее. Ничего, для начала сгодится. Поэтому мы и позвали вас, Кенуэй. Вы можете отправиться в Америку, отыскать хранилище и завладеть всем, что внутри. Я к вашим услугам. Только для дела таких масштабов одного меня мало. Конечно. Здесь имена 5 человек, сочувствующих нашему делу. Каждый одарен уникальными способностями. Так что вам не о чем волноваться. Что ж, тогда я отправляюсь. Я знал, на вас можно положиться. Проезд до Бостона оплачен. Корабль отходит утром. Вперед, Хейтем, и прославьте нас всех. Так, часть первая, смертельный номер. Атлантический океан, день второй. Значит, был где-то день первый. Проплывали где-то возле дюны. Так, прикольный себе капитан, я так понимаю, он здесь тоже должен что-то наделать. Так, база данных минуса, привидение. Значит, вот Assassin's Creed 3 Remastered, переписанные, улучшены, конечно, цветовые гаммы. Так. Атлантика. Я так понимаю, берега не видно, наверное. Как по-другому должно быть? Должен, ну... Так, сообщение с капитана с... Ты уверен? Еще бы. Я когда-то подводил тебя? Нет. Они, скорее всего, планируют какой-то этот... Просто доверься мне. Вот увидишь. Так-так. Бунт, что ли? Почетный гость почтил нас своим присутствием. Вернулись бы вы в каюту. Фиалкам на верхней палубе не место. Согласен. Но вы-то здесь. Чё, шутником себя считаешь, да? А как тебе такая шутка? Довольно, Грейвс. Не суйся. Гляньте-ка! Влез сюда и думает, что перед ним все должны на брюхе ползать. Парни, угомонитесь. Если капитан увидит... Дьяволу капитана! И тебя, Мил, заодно! Так, ну давай, конечно. Такой как превью к... Я готов еще раз, если что. Black Flag Assassin's Creed. Чего? Такое тоже я было. Тебя не боюсь. Такой момент. И очень зря. Сдаетесь? Нет! Как тебе такой расклад? Происходит. Капитан. Я жду объяснения, мистер Кенуэй.
Эти глупцы. Мы просто решили немного развлечься, капитан. Решите-ка лучше немного поработать. Я плачу вам не за то, чтобы вы. Спасибо за подписку. На два слова, мистер Кенвей. Да, чуть не забыл. Возьмите ваш нож. Чё один не такой кидок? Прям почти в него не попал. Хотя в те времена все умели кидать ножи. Метать, скорее всего. Так, победите матроса в кулачном бою. Следуйте за капитаном, его каюту. Основная задача. Вы мне не нравитесь. Сюжетная линия здесь очень интересная. Здесь можно смотреть ее, играть спокойно даже. А кто же тогда? Вы скверный лидер, вспыльчивый и жестокий. И команда вас не уважает. Эй, я не ищу ссоры. Напротив, у меня к вам просьба. Да, вот как. Я подозреваю, что на борту зреет мятеж. Да, вот сюрприз. Я не доверяю никому, так что приходится просить вас. С чего мне вам помогать? С того, что если они замыслили бунт, только я могу доставить вас в Америку живым. Ну, что скажете? Если это правда, разве у меня есть выбор? Спасибо. Но учтите, если вы снова посмеете угрожать мне или оскорблять, я лично отрежу вам голову. Вам ясно? Прекрасно. До свидания. Двадцать восьмой день плывут Атлантика. Скорее всего, своим ходом или под парусом. Паровых двигателей никаких не было. Что было, на том и плыли. Капитан? 28 дней, почти месяц, а сейчас чтобы за 2 часа можно долететь. Скоро. Значит, пора за дело. Так, скорее всего, нужно предотвратить бунт. Я так понял, знать, что творится среди матросов. Послушать их. Это я знаю, что так надо, но... Да солонина! Что но? У меня баба да девчонки дома, если что. Да тут все с нами заодно. И чем дольше валандаемся, тем хуже будет. У меня есть к вам пара вопросов. Славно, вот себе такой. Но у меня нет времени на сплетни. Да и не знаю я ничего толком. Хотите знать, что тут делается? Спросите Кока или доктора, с ними много кто болтает. Польский какой-то малый. И шляпа не... Так, поговорите с доктором. Ну, Кок это как бы повар. Вся провизия была на корабле. Возили с собой всю воду. И воду особенно, потому что... Хотя сейчас уже научились воду опреснять. Но все равно, видите, вот животных с собой везли. Такие условия. Да и до еще часа два, не меньше. Там в бочонке галеты, кому надо. Вообще-то у меня к вам вопрос. В чем дело? Никто из матросов не ведет себя странно. Не говорит ничего необычного. Парни, знай, жалуются на собачьи харчи, будто это моя вина. Больше я ничего не слыхал. Мой совет, найдите Джеймса. Он всегда держит ухо востро. А где его найти? Да прямо у вас за спиной, сидит на бочонке. Джеймс. Ага.
Хейтем Кенуэй, к вашим услугам. Я знаю, кто вы. Мне нужны ответы на пару вопросов. Я так и думал. Но не здесь. Идемте. Так что вы хотите знать? Вы не видели ничего необычного с тех пор, как мы вышли из порта? Вас ничто не встревожило? Кое-кто из матросов по ночам болтает на верхней палубе. Я слышал только обрывки, не знаю, что они затевают. Но думаю, что-то скверное. Они затевают бунт? У них точно зуб на капитана. Мил старается их успокоить. Но одному человеку много не сделать. Спасибо за сведения. Я просто хочу добраться до колонии живым. Так, давай поищем подсказки на корме. Что здесь есть? Кто знает? Так. Да и какого рода подсказки? Вот плывут туман, видимо, ночь или рассвет. Довольно-таки, конечно, все это. Понятно. Сейчас GPS ведет, а вот в те времена этого не было. Компас в основном. Добрый вечер. Как дела? Тихо все, как и должно быть. Что вы здесь делаете? Просто вышел пройтись, размять ноги. Вот и все. Будьте осторожней. Здесь в темноте на всякое можно наткнуться. Что это? Кто-то выбрасывает груз за борт. Но зачем? Выясните причину шума. Пошли искать сейчас. Какая у нас причина шума, никто не знает, да? Хотя догадаться несложно. Так. Какой-то малый и шляпы не снимает. Глаза, видишь, прячет, чтобы мы не видали, как он... Тихо! Вон он идет! Сделай вид, что работаешь! Что-то затевают. Какую-нибудь засаду сейчас. Так. Там мирно поют песни. Танцуют. Напиваются так. Я тебе ничего не скажу. Здорово, вы наваляли Грейсу и Квиллу. Пришлось. Ага, оба упрямцы. Да что же это я? Льюис Милс, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Так что, мне стоит опасаться их? Думаю, они усвоили урок. Обычно они так на рожон не лезут, но последние пару раз нам пришлось туго. Да? Капитан стал экономить, порцию урезал, жалование тоже, груз стал брать опасный. Команда недовольна. Есть повод для беспокойства? Я стараюсь, чтобы не было. Но капитан должен лучше обращаться с людьми.
Опять харчи урезал. Мол, припасов мало, нечего баловать. У самого-то ягнятина да вино, пока у нас галеты да солонина. Забавно. Да. Забавно. Есть новости? Все одно и то же. Я дежурю в одном месте, они сбрасывают бочки в другом. Мне бы еще пару глаз. Может, Джеймс или Милс? Зачем им это? Думаю, бочки служат бакенами. Они подают сигнал. Боюсь, это только вопрос времени, когда наш преследователь... Сзади корабль! Они готовятся стрелять! Живо на шканцы! Готовьте... Эй, береги головы! Давайте повоюем, война здесь благородное дело. Это сигнал! Так, нас это сигнал, нас хотят потопить и захватить. К пушкам! К пушкам, готовьтесь к бою. Кто бы сомневался. А вы вниз живо! Почему? Позвольте мне вам помочь. Вы умеете брать рифы, заряжать пушки, вести бой в море? Думаю, что нет. Так что марш в каюту. Или вас доставить туда силой? Так, сдавай. Так, что мы умеем? Так, задраить люки. Угу. Эй, там. Закрыли. Вы были наверху? Нас собираются, брать на абордаж. Но это, конечно же... Молчат. В этом нет смысла. Сейчас посмотрим. То есть... Вы надеялись так легко сбежать из Лондона после того, что устроили в опере? Думали, мы не узнаем? Не бросимся следом? А, так вот в чем дело. Сдайтесь, и тогда с вами обойдутся честно. Хотите обойтись со мной честно? Дайте мне клинок. Так, решил воевать все же. Уверены, что вы этого хотите? Я думаю, что все получится правильно. Сейчас вот возьмет эту сабельку. Так, пойдем. Приступим. Так, что у нас? Блок. Атака, блок. Победить Милоса на нижней палубе. Мне кажется, от этого удара он уже, наверное, все им было бы. Шпагой так вот по спине. Вот. Уже, мне кажется, все. Погиб бы. Так, можно пробить защиту. Я не знаю, как его... Сразу его. Просто, скорее всего, он с ним как бы играет, получается. Пропустил удар. А ну-ка сейчас. Осталось Милсу этого совсем немного. Лимит потерянного здоровья 10%. То есть как бы еще и вложился в лимит. Я
велел вам сидеть в каюте. Я так и сделал. Только меня ждал Милс. Это он привел сюда тот корабль. Милс заделал засаду. Это все он. Что привел кораблик, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим. Так пусть забирают. Как, что будет дальше? Они нас догонят. Ничего нельзя сделать. Я что-нибудь придумаю. Вы хотите идти прямо на ураган? Выбора нет. Я не стану. Я стану. Ладно, ладно. Он же, кажется, по идее, это темплиер же, да? Не ассасин. Кто играл? Это, скорее всего, девятый вал, очень такой сильный шторм. Надо закрепить шкоты! И как-то все-таки приплывали это все, да? Как-то старались. Какая стихия. Против нее бессмысленно, конечно, так. Вообще-то они должны привязаны быть, когда к кораблю. Чтобы все. Так, главное не свалиться. Что-то под... На помощь! На помощь! Я не удержусь! Тут скользко! Спас. Спасибо. Спасибо, Джеймс.
Стихия опасная штука. И вот они, получается, плывут уже как 2 месяца, как? Готовьтесь причаливать, парни! Причаливать? Я не вижу земли, только сплошной туман. Чайки кричат, все ясно. Поднимитесь на Марс и убедитесь. Где находится этот у нас подъемник-то? Где-то я его или прошел, или где-то здесь что-то. Должен как лебедка его поднять такой. Так. Наверное, я его прошел, но сейчас. Потому что он говорит, туман, скорее всего, уже подплыли, приплыли. А если приплыли, значит, так. Что такое? Да взберитесь на фок мачту. Так, сейчас я посмотрю, где она. Мачту-то я вижу, а где находится этот рычаг? Вот этот, наверное. Ну, сейчас. Куда он там мог? А, это лодка специальная, шлюпка. Даже было это в те времена, надо же. Так, вниз. Сейчас. Так, вот фок мачта. Все правильно. И... Чем полез так? Она поломана, что ли? Блин, это не та мачта. Нет. Так, прыжок веры здесь, наверное, не рассматривается, да? Так, видим здесь еще лица, да, а нет, не нужно. Удерживайте, двигайте, чтобы бежать заметный действие бег. Зачем это показывать, я не понял. Я подумал, это лифт будет. Так, вот поднялся.
скорее всего, вот оно и есть. Ubisoft представляет. Assassin's Creed 3 Remastered. Так, часть первая. Мистер Кенуэй! Да? Чем могу служить? Чарльз Лисард, к вашим услугам и очень рад. Я покажу вам город и помогу устроиться. Не нужно, я договорился. Багаж доставят в гостиницу. Хорошо. Скажите, вы сын Джона и Изабеллы? Он самый. И служите под началом Эдварда Брэдека? Да, но он еще в Европе, и я решил, что могу... То есть... Только пока его нет, я думал... Ну, что именно? Простите, сэр. Я надеялся, что смогу учиться у вас. Здравствуйте, сэр. Я хочу служить ордену и не могу представить наставника лучше. Благодарю. Но вы меня переоцениваете. Как можно, сэр? Сюда. Вор! Хватайте его! Веселенькие будут времена. Так, основная задача — идите за Чарльзом Ли. Да, идем за Чарльзом Ли. Бостон — весьма оживленный город. Бостон. Здесь много на что стоит взглянуть. Как устроитесь, непременно прогуляйтесь по улицам. Раз. Кто знает, что вам удастся обнаружить. Резкие движения спасают, конечно. Они его, скорее всего, как-то успокаивают, но он очень резко двигается, поэтому он очень опасный. Раз, он солдату по башке. Такой шустрый побежал. Солдат толкает. Это мне не нужно пока что делать. Так. Учитесь за Чарльзом Ли. Добегайте до этого всего. Стоп. Ловит. Он ловит его, что ли, я не понял. Так. А нет, свои тут. Чёртовы мерзавцы! Этот проклятый город меня в гроб вгонит. Здесь свои порядки. Хейтом. Признаться, да. И весьма сильно. Бенджамин Франклин. Меня ограбил. Такая потеря, хотя я сумел. Хотя я сумел вернуть свое. Боюсь, все испорчено. Ваша книга? Не просто книга. Это альманах. Первый, что я написал. Бенджамин Франклин, к вашим услугам. Хейтем Кенуэй. Вы недавно в Бостоне? Как вы узнали? Вы слишком порядочны. Помогать такой развалине, как я? Я... Не сочтите за труд, сэр. Вы человек молодой. Если вы найдете все пропавшие страницы, я вас награжу. Слушайте, я не знаю. Ничего, ничего. Найдется время прекрасно. Нет? Так и бог с ним. В таком виде он все равно бесполезен. Но если удастся отыскать все, ищите меня вон в той лавочке. Видите ее? Да. Любопытно. Гробовщики Шелтон и Твит устроят мирные и достойные проводы. Так, нужно собрать листки альманаха. Найдите за Чарльзом, найдите лавку смешанных товаров. Но альманах — это какое-то такое сопутствующее задание, поэтому можно спокойно. Так. Вводит в курс дела, чтобы знать. Рад видеть вас, друг мой. Окей. Так, что я могу купить? Так, что-то я же могу купить все-таки. Так, продать мне ничего, значит, что я покупаю? Обычное оружие. Сабля.
Так. Окей. Используется сабли. Так. Обычное оружие огнестрельное. Огнестрельное, конечно, громко сказано, но... Кремниевый пистолет. Ну, такой себе, конечно. Но хоть что-то. Все. Ну и все. Продать пока не могу. Это нужно... Это же третья часть. Это даже не Вальгала. Не там, не знаю. Вальгала последняя часть. И... Здесь такие, конечно. Способности самые простые будут. Вначале. Потом он прокачивается. Время задания, взаимодействие. Так, что взаимодействие? Вот нам селектор оружия. Ну, понятно. Нужно бросить деньги для отвлечения коня. Подозвать, ну, оружие, естественно, сабля, скрытый клинок, такой себе. Селектор, ну, можно назначить, не знаю, саблю так. Нет, наверное, не надо. Пистолет, ближайший бой, скорострельный с дальний бой. Устроено. Все, наверное, так. Так, ага. Это специальная такая обучалка. Выбрать пистолет. Пистолет нужно выбрать. Но сейчас мы выберем пистолет. Так. Так, нажимаем кнопку, и у нас появляются эти всякие оружия. Едем в Зеленый Дракон. Владельцы чудаки, но они не любопытные. Да и комнаты достаточно хороши. Вам сказали, зачем я приехал в Бостон? Нет. Мастер Бёрч сказал, вы скажете сами, что сочтете нужным. Дал мне список имен и велел разыскать для вас этих людей. И вы кого-нибудь нашли? Да. Уильям Джонсон ждет нас в Зеленом Драконе. Вы его знаете? Не близко. Но он увидел знак Ордена и пришел, не колеблясь. Докажите свою верность, и, возможно, все узнаете. Я буду счастлив, сэр. Ты лживый, похотливый сукин сын. Кажется, мы пришли не вовремя. О, что за вздор, дорогие. Вот, сюда. Желаете что-нибудь поесть или выпить? А может, вам нужны комнаты? Мы уже сняли их. Ах, да. Помню.
господа Ли и Кенуэй, ваши вещи сейчас отнесут. Вам нужно что-нибудь еще? Пусть нам не мешают. Сюда! Сэр, Уильям Джонсон. Очень рад. Славный малый, но простодушный. Мне сказали, вы собираете отряд. Говорят, в этих местах есть строение предтеч. Мне нужны ваши знания этих земель и их жителей. Увы, мои труды украдены. Без них я вам бесполезен. Мы их вернем. Вы знаете, кто вор? Мой помощник, Томас Хики, начал поиски. Он умеет развязывать языки. Скажите, где его можно найти? И я поспособствую. Говорят, где-то на юго-западе находится разбойничий лагерь. Скорее всего, он там. Чарльз? Сэр? Нам пора. Конечно. Так, пошли. Идите за Чарльзом. Чарльзом. Чарльз здесь важный, конечно, такой весь. Так, улучшили, конечно, графику. Текс. Томас Хики? А вы кто? Хейтем Кенуэй. И что, я должен вас знать? Придержи язык, слышишь? Тише, Чарльз. Так, что, будем драться опять, или что мы, им нужно сделать? Обязаны его наказать, наверное. Мне нужна помощь. Тем более от лондонского хлыща. Воров я уже нашел. Тогда что вы прохлаждаетесь? Давай его скорее. Думаю, как с ними управиться. Я знаю как. Валяйте. Незаметно напасть. Я убью часового и зайду к стражникам в тыл. Вы двое за воротом. Когда я открою огонь, атакуйте. Капец. Так мы застанем их врасплох. И убьем половину раньше, чем они опомнятся. Даже сказать нечего. Ну давай, пошли. По высокой траве кукурузу они здесь, скорее всего. А, он даже вот так будет. Нормально. Приготовьтесь. Но дождитесь моего выстрела. Ну это он что сделал? Он убил своим пистолетиком. Так, застрелите дозорного на вершине скалы. Еще кто-то может есть. Так. Возьмите мушкет. Это у кого? У дозорного этого, что ли? Нет, у него нет мушкета. Давай посмотрим, где мушкет. Это конец карты. Так, где-то сюда. А, вон мушкет. Так, он как-то должен присесть, там, я не знаю.
Или он открытый такой. Так-то. Дальше. Уничтожьте 4 цели. Постепенное задание. Застрелите наемников. Так. Ага, он так прячется сам. Так. Так. Ну, давай попробуем. Дальше как? Драться, что ли, будет? Рукопашный бой. Так. Назад! Назад! Внутри безопасно! Что теперь? Можно взорвать дверь. Стреляй по бочонкам! Интересный лук. Так, почему он не понимаю, не пойму. Ну, вот так даже надо. Ну, что, порох, скорее всего, это порох. Выходит, не очень-то тут безопасно. Бросьте оружие, и я отпущу вас живыми. Я предлагаю тоже. Мы не враги. Я лишь хочу вернуть эту вещь ее. Ладно, владельцу. Давайте. Сдавайтесь, это друзья. Законный владелец. Повторять не стану. Я тоже. Зачем такому сброду книги и карты? Кто вам платит? Я их живьем не видел. Только указания в тайниках. Но они платят, и мы довольны. Что ж, это в прошлом. Так и передай своим хозяевам. Они спросят, от кого? Нет, они знают. Хейтем, у этого есть патроны. Не хотите подобрать немного, раз ваш пистолет пустует? Жаль, стольких пришлось убить. Да, чертовски жаль. А? Ну, зеленый дракон. Выпить охота. Эй, господа, у нас гости. Берегите сундук, Чарльз. Мы займемся этой швалью. Эй, у них наверняка карманы не пустые. Не пропадать же добру, правда? Вы спятили? Вы что, запамятовали, что на нас напали? Ах, вечно вы испортите всю забаву.
лишь дураки с ножами. Они мало что могут. Меня беспокоят совсем не они. Если так и дальше пойдет, пусть лучше мистер Джонсон удвоит мне жалование. Держите. Благодарю, мастер Кенуэй. А теперь, что нужно вам? Знаки на амулете. Они вам знакомы? Не видели подобные у индейцев? Похоже на изделие Ганьягеха. Выясните точное место. Я должен знать, откуда он. С моими записками? Возможно. Посмотрим. Томас! Что? Спросите комнату. И ванну примите. Думаю, мы здесь задержимся. Да
Так, на этом пока что сделаем паузу. Всем спасибо и пока. Следующий стрим по этой игре будет по расписанию.